Сейчас мы приступаем с вами непосредственно к вязанию нашей миниатюры, и мы будем вязать кайму, начальную, вернее, не кайму, а начальные зубчики для нашей миниатюры. Ссылку на красивый вид вот этой вот схемы вы можете найти под видео, и сейчас я просто использую свой блокнотик от Ravente, который я использую для черновичков, и мы будем смотреть вот на то, как я руками тут нарисовала. Что мы видим на схеме? Пустые клеточки в пределах вот этой вот темной границы, пустые клеточки без символов, это лицевые петли. А кружочки – это, естественно, накиды, и наклонная черта – это две вместе. На этой схеме у нас изображены только лицевые ряды, и нумерация рядов идет, начиная вот с этого ряда. Вот этот вот первый наборный ряд, нулевой, мы его не считаем. Он первый по рисунку, но логически по схеме он первым не является, он не несет смысловой ажурной нагрузки. А вот в этих вот двух рядах вы видите набор цифр, и это цифры обозначают номера петель. В данном случае петля 1 идет и нумерует как бы место, находящееся вне зоны схемы, потому что, как я уже сказала, первый ряд схемы не является, первый ряд вот этого вот рисунка не является первым рядом ажурной части, это наборный ряд, поэтому мы его не считаем, и даже нумерация идет вот с этого ряда, поэтому, соответственно, петли мы начинаем нумеровать вот с этой. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая и так далее до девятой, это петли первого ряда. Дальше у нас идет такой как бы оторванный набор цифр. На самом деле он относится к максимальному числу петель в зубце, и он относится к девятому, к десятому ряду. Как я уже сказала, на этой схеме не представлены изнаночные ряды. Схема формируется, зубцы формируются за счет использования накидов, рядом с которыми нету убавления петли. То есть мы, делая накид, прибавляем количество петель в каждом ряду. Как, например, в этом случае есть ряд накидов, но после этого рядочка накидов у нас идет рядочек убавок. В данном случае просто рядочек накидов, и это дает нам скос в эту сторону, потому что мы не убавляем после накида петлю. На одну петлю в каждом ряду прибавляется петелька. Убавление петель как происходит? Убавление петель в данном случае будет происходить в изнаночных рядах, которые на схеме не обозначены. Но на схеме, если вы обратите внимание, есть области с вот такими вот закрашенными квадратиками. Это напоминание о том, что в ряду, следующем за 11-м, следующем за 13-м, следующем за 15-м, провязываются в конце ряда в изнаночном ряду 2 петли. То есть вы будете знать, когда вы вяжете 11-й ряд, у вас перед накидом будет 3 петли, не так, как в предыдущих рядах, видите, по 2 петельки. Тут у вас будет 3 петли, но когда вы будете вязать обратно изнаночный ряд, вы последние две петельки провяжете лицевой 2 вместе. В итоге у вас будет визуально выглядеть вот это вот пространство как 2 петли. И у вас будет формироваться скос зубца. Теперь, когда вы идете на свод зубчика, и вы видите, что после каждого накида стоит убавка, да, в этом случае, и тут вот накиды, и после них также идут убавки. Когда идет накид и убавка непосредственно рядом с ними, естественно, никакого смещения или изменения количества петель в ряду не происходит. Именно поэтому мы убавление петель производим на краю зубца, провязывая в изнаночном ряду последние две петельки как две вместе лицевая. Это дает нам именно свод зубчика. И то же самое происходит в зубце номер 2. На схеме я нарисовала 2 зубца, просто для наглядности. На самом деле наш раппорт будет, или раппорт, да, у меня как-то старая советская привычка почему-то говорить раппорт. Когда я говорю раппорт, или когда я слышу раппорт или накид,
Мне как-то очень непривычно. Сразу прошу прощения за тем, у тех, кто привык к другому ударению. Но мы все разные, да? Так, итак, как вы видите, с ряда номер 1 по ряд 17 это у нас будет один зубец плюс ряд для симметрии. Ряд номер 1 мы провязали, и в дальнейшем мы будем повторять ряды номер 3 от 3 до ряда 17. 18 ряд, дальше пойдет, это уже повтор зубца, то есть первый ряд у нас для симметрии, и раппорт или раппорт у нас будет выглядеть вот так вот. Да? Вот. И давайте я, может быть, вот так вот покажу. Вот. Но в данном случае мы будем провязывать в кайме ряд вот этот вот один, потому что когда мы будем вязать уже тело нашей миниатюры, у нас будет зубец начинаться вот с этого вот ряда в теле, поэтому в кайме в начальной нам ряд номер один нужен. Итак, что тут мы имеем? Опять же, снова, да, конструкция зубца. У нас идет два ряда косорядок, причем в данном случае вот эта вот косорядка, она является как бы неполноценной. Около нее, около вот этой вот косой линии накидов, как я уже сказала, нет убавок. Но, тем не менее, эти накиды дадут нам косую линию ажуров, и можно сказать, что это косорядки. Убавление зубца идет, опять же, двумя рядами косорядок, в данном случае они полноценные. И для того, чтобы украсить наш зубец, чтобы он не был слишком скучный, мы используем элемент, который называется мышиный след. В данном случае у нас мышиный след идет с наклоном вправо. Я буду делать цикл видео, и я надеюсь, я не забуду сказать об этом элементе, когда мы будем вязать тело шали после того, как мы провяжем зубцы. Но на всякий случай я скажу об этом сейчас, если вдруг забуду упомянуть об этом в будущем. Когда мы будем вязать шаль, у нас, естественно, с правой стороны нашей миниатюры, я называю шаль, на самом деле это миниатюра, да, извиняюсь, вот, у нас будут зубцы вот в эту сторону, и мышиный след у нас будет с наклоном в другую сторону. По другую сторону нашей миниатюры у нас зубцы, соответственно, будут идти вот в эту вот сторону, и мышиный след у нас будет по схеме вязаться с наклоном в ту сторону. Если я не упомяну об этом, ничего страшного, это будет отображено на схеме, но просто имейте в виду, пусть вас не удивляет то, что когда мы в дальнейшем будем вязать шаль, вот этот вот элемент мышиный след у нас будет иметь разный наклон, и это допустимо. То есть в схемах шалей, в зависимости от того, как вам необходимо наклонить элемент, его можно менять, направление наклона можно менять. Итак, для того, чтобы нам начать вязать зубчики по вот этой вот схеме, и зубчиков мы с вами провяжем 5, и мы закончим вязание нечетным рядом 5 зубца, для того, чтобы мы начали делать эту работу, мы будем набирать, у нас в первом ряду 9 петель, но мы наберем 8 петель на спице, потому что вот этот вот накид первого ряда даст нам необходимую 9-ю петельку. Вот. Теперь по набору петель. Мы петли с вами будем набирать обычным способом, и я знаю, что все везде набирают по-разному. В России чаще всего набирают на 2 спицы. Мы с вами будем набирать на 2 спицы. Теоретически можно набрать любым открытым способом либо на цепочку воздушных петель, либо на несколько рядов бросовой нити, когда вы провязали несколько рядочков, либо глади, либо платочки, и потом необходимое количество петель используете уже для вязания вашей схемы, либо можно использовать Magic Caston Judith Macnot, по-моему, ее зовут, если я сейчас не ошибаюсь. Очень удобные способы, но для тех, кто интересуется именно стопроцентным классическим методом, как вязали наши прабабушки, они не использовали никакие sophisticated, никакие сложные наборы, они использовали обычный набор. Мы набираем с вами 8 петель, и я буду сейчас внимательно следить, чтобы у меня пальцы не уползали за кадр, это будет не очень просто.
потому что между мной и моим вязанием, между моими глазами и моим вязанием у меня находится телефон, на который я видео делаю. Так, 3, 3, 7, 8 петель. Я всегда, когда довязываю петли, я всегда делаю вот такой вот простой одиночный узелок, просто чтобы передняя петля, самая крайняя петелька не распускалась. Итак, у нас сейчас с вами набрано 8 петель, и 8 петель мы будем провязывать сейчас нулевым рядом всеми лицевыми петлями. Скажу честно, я когда делаю свои шали, я этот ряд иногда пропускаю, но мы сейчас с вами делаем все по уму, все как положено. Еще обратите, пожалуйста, внимание. Вот мое вязание имеется передо мной вот в таком вот виде. Я только что вытащила вторую петлю. Вот это моя рабочая нить. У меня бобинка стоит внизу под ногами, под табуретом. И это хвостик оставшийся, да? Каждую первую петлю ряда на схеме я обозначаю в данном случае как лицевую, но, пожалуйста, запомните, когда это первая петля лицевого или изнаночного ряда, мы всегда ее снимаем как изнаночную, то есть как это делается? Нить перебрасывается перед работой, снимается петля, и нить заводится за работу. И дальше уже мы вяжем все оставшиеся петли. Одну я сняла, значит, мне осталось провязать 7 штук. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И почему у меня 8? А, все правильно, 8, потому что я первую посчитала. 8. Итак, у меня на спице 8 петель, у меня провязан нулевой ряд. И теперь мы с вами можем приступить к первому ряду схемы, который у меня прорисован вот тут. То есть мы провяжем 2 лицевых, накид, мы начнем развод нашего зубчика, убавим петельку для вот этого накида, сделаем накид и провяжем еще 4 петли. У меня вязание грохнулось на пол. Еще штатив тут стоит и спица длинная. Вот, как я уже сказала, первую петлю мы снимаем как изнаночную. Я обычно это делаю как? Я просовываю спицу под нитку, я нитку перед собой не завожу. Потом я провожу спицу в петлю и возвращаю. То есть я фактически делаю то же самое, что я вам до этого показывала. Первая петля снимается как при вязании изнаночной, и нить выбрасывается за работу. У меня 2 петли на спице. На схеме они обе обозначены лицевыми петельками, но первая снята как изнаночная. Дальше у нас идет накид, потом у нас идет убавление петли и прибавление петли. И дальше у нас идет 4 лицевых. После этого мы вяжем изнаночный ряд. И в изнаночном ряду у нас все петли лицевые, кроме, как вы уже знаете, да, кроме первой петли, которую мы снимаем как при вязании изнаночной, и нить перебрасываем за работу. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мы только что закончили цикл. Это две, в Оренбурге это называют две иголки или один ряд. То, что в обычном вязальном языке называется рядом, в Оренбурге это называется иголка. Лицевая иголка, изнаночная иголка. Две иголки формируют один полный ряд. Мы с вами закончили один полный ряд. И в итоге у нас с вами получилось две вот таких вот дырочки, вот тут вот раз и два, две петельки перед ними, вот. И у нас
начинает разводиться наш зубчик. Мы вяжем дальше по схеме, делаем все так же прибавление. Провязываем первую петлю. В данном случае, видите, у меня нить уже перед работой. Я снимаю петлю, забросила нить за работу, сделала накид. Ой, извиняюсь, провязала петлю и сделала накид. Провязала 2 вместе. И вяжу 5 петелек. Изнаночный ряд я поддела спицу под нитку, сняла петлю и потом спицу опять поддела под нитку и вернула петлю. Зачем мы снимаем первую петлю, как изнаночную всегда? Дело в том, что такой метод работы с первыми петлями каждого ряда дают нам ровненькую, как это сказать, полосочку, как цепочку из сердечек по краю. Сейчас это плохо видно, потому что у меня вязание немножко растянуто и мало еще провязано, но на самом деле такие петли очень красиво выглядят, если они идут по краю изделия, и также с них очень легко поднимать петли для поднятия петелек, чтобы вязать тело в дальнейшем. Дальше у нас идет по схеме такое же прибавление одной петли, и у нас уже идет в зубце 6 петель платочной вязкой, 6 петель лицевыми петлями после накидов. Продолжаем вязать. Одну петлю сняли как изнаночную, провязали лицевую, накид, 2 вместе, накид, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Лицевая иголка провязана. Вяжем лицевую иголку, изнаночную иголку. Можно опять как перебросить нить сюда, снять петельку и нить забросить за работу. И провяжем все лицевыми петлями. Последняя петля каждого ряда вяжется лицевой, если она не заштрихована серым квадратиком в лицевом ряду. В этом случае последующий изнаночный ряд, как я уже говорила раньше, рассматривается с последней петлей как 2 вместе лицевыми. Теперь у нас в ряду номер 7, если вы возьмете, вы, кстати, можете либо распечатать, либо перерисовать схемку. Я не думаю, что мое программное обеспечение позволит мне вставить картинку в уголок видео. На телефоне, к сожалению, этого нету. Поэтому вы, может быть, попробуйте нарисовать это или распечатайте схему, которую я предлагаю. В 7-м ряду мы начинаем вывязывать мышиный след. И у нас всегда, я постаралась выдержать такую пропорцию, чтобы всегда у нас между элементами было 3 петли или 5 петель. То есть примерно, чтобы логика прослеживалась и была единообразна. И мы сейчас что делаем? Мы прибавляем петлю в иголке для развода зубца, для увеличения зубца. Только что это сделали. 2 вместе, накид. И теперь 1, 2. И заметьте, петля номер 3. Я провязываю 2, но я ее считаю как одну петлю. 1, 2, 3. Это то, вот о чем я говорила. Ой, извиняюсь. Тут я немножечко поспешила. 1, 2, 3. Накид. И дальше у нас по схеме идет, видите, петля 2 вместе, 1 лицевая, 1 лицевая. То есть я это считаю как 3 петли, несмотря на то, что у меня на спице сейчас находится 4 петельки. Посмотрите, почему. 1, 2, 3. Для тех, кто все это понимает, я заранее прошу прощения, если вам, девочки, все понятно, я так разжевываю все, как для первоклашек, потому что иногда, если у вас вообще нет никакого опыта, если кто-то прям совсем новенький смотрит это видео, иногда элементарные такие вещи, ты на них просто смотришь и не можешь понять, что ж не так, где, почему не сходится. Поэтому такие вот подробные объяснения совсем новеньким людям очень помогут. Если вы все это понимаете, ну тогда, наверное, игнорируйте такие вопросы. Вот. Надеюсь, что-то новое все равно вы в видео найдете. Теперь мы приступаем
вязанию ряда номер 9. Это у нас будет, как говорится в Оренбурге, зубец в разводе. Это у нас будет самая-самая широкая часть зубчика. И тут у нас будет мышиный след провязываться, формируя наклон вот в эту вот сторону. Первую петлю я сняла, нить завела за работу, лицевая, увеличение зубца, косорядка. Косорядка — это 2 вместе накид. Теперь идет 1, 2, 3, при этом я вяжу 2 петельки вместе. 3, видите? После накида вот это накид. После него 1, 2, 3 петли получилось, причем третья петля сформирована 2 вместе. Теперь я делаю накид, формирую мышиный след, делаю накид и довязываю 2 лицевые до конца ряда. Я, кстати, смотрите, чем вяжу. Я вяжу спицами Сергея с крест 777 на Инстаграм. Он делает вообще обалденные спицы, я их настолько люблю. И я его попросила сделать для меня спицы с 2 цветными шариками, потому что я люблю выбирать, допустим, зеленый, в данном случае это у меня лицевая спица, розовый с сиреневым, это у меня изнаночная спица, это, кстати, какой-то африканский агат, а это малахит, нравится мне очень. Вот. И к чему я это? Короче, люблю эти спицы. Так, мы вяжем с вами изнаночную иголку. Первую петлю я сняла как изнаночную, нить завела за работу. Довязываю все петельки лицевыми петлями. Тут ничего странного и ничего страшного с 2 последними петлями изнаночной иголки мы их не делаем. Мы их провязали обычным образом. Теперь, что мы с вами делаем? Теперь мы с вами будем сводить зубец. Мы подошли к ряду номер 11. И обратите внимание, петелька первая в 11 ряду – это закрашенный квадратик. В лицевом ряду мы ее с вами провяжем как лицевую. И она будет напоминанием, закрашенная, в смысле закрашенность ее будет нам напоминанием для того, чтобы, когда мы вязали изнаночный ряд, чтобы мы эту закрашенную петельку провязали вместе с соседней, как 2 вместе лицевых. Сейчас у нас, в отличие от всех предыдущих рядов, будет 3 вместе лицевых, и мы с вами начнем сводить зубчик, уменьшать его ширину. То есть сейчас мы находимся с вами в самой широкой части зубца. Вот, извиняюсь, я слегка из кадра выскочила, да? Вот. Итак, мы первую снимаем как изнаночную, нить заводим за работу, вяжем 3 лицевых. Обратите внимание, последняя лицевая оказалась на большой дырочке на накиде. Это значит, что теперь нам в ту сторону накиды уже не надо делать, нам их нужно делать туда, убавляя. То есть мы делаем, до этого мы провязали, смотрите, 2 петли было и накид тут, теперь мы провязываем эту петлю и накид делаем. Все накиды сейчас пойдут на убавление. Зубчик наш сюда идет и вязание наше сюда пойдет. Мы сделали накид. После него мы делаем убавление. Это наша полноценная косорядка. После этого мы делаем еще один накид и еще одно убавление. На схеме это прописано. Вот видите, накид, убавление. Убавление, когда я говорю, это значит 2 вместе. Накид, 2 вместе. И потом мы будем вязать с вами мышиный след. И сейчас, если посмотреть расстояние петель между вот этим вот накидом, если не провязаны 2 вместе, и необходимостью провязать вот этот накид, тут будет 5 петель. Но мы провяжем 2 вместе тут, 2 вместе тут. И в итоге у нас между накидами будет 3 петельки, так как везде у нас между косорядками и мышиным следом. Итак, 2 вместе, лицевая, вот они, 2 большие петельки мышиного следа. Видите, вот эти 2 крайних, они прям хотят соединиться между собой. Они соединились между собой, и я сделала накид. И вот, обратите внимание, вот накид, 1, 2, 3 петли, и вот сформировался наш мышиный след. Дальше нам осталось провязать 3 лицевых и
наша лицевая иголка готова, и мы пошли сводить зубец. Мы провязали только что ряд 11. Сейчас мы приступили к ряду номер 12. Первую петлю, как обычно, мы сняли, завели нить за работу и покатили вязать лицевыми петлями до конца ряда. И мы такие вяжем, и тут мы вспоминаем, что в начале вязание, первая петелька была серенькой, вот эта вот, она нам не нужна, нам от нее надо избавиться. Мы ее сейчас убавим. Мы только что провязали 2 вместе лицевой. При этом, обратите внимание, видите ряд вот этих вот как сердечки формируются? Это потому что мы снимали первую петлю как лицевую, как изнаночную первую петлю каждого ряда. И когда мы вязали последнюю петлю каждого ряда, мы провязывали ее лицевой, и у нас получалось вот сердечко, видите, на спице. То есть сейчас, когда мы провязали 2 вместе, у нас опять получился красивый край. Дальше мы вяжем, у нас идут только косорядки, наш ажур мышиный след закончился. Сейчас мы с вами провяжем 2 петельки, 2 накида, которые нам нарисуют красивые дырочки с наклоном влево из накидов, косорядки, да? И у нас будет 1, 2, 3, 4, 5 простых лицевых петель, и 6-я петелька, это будет 2 вместе. И эти 2 вместе, они будут принадлежать к одному из рядов косорядок. Сейчас у нас опять будет 3 петли лицевых, кроме первой, да? Первую вот мы сняли, нить за работу завели. 2, 3. Видите, накид. Мы хотим от накида сделать второй накид левее. Делаем убавку. Делаем еще один накид. Убавка. Это у нас одна петля. И нам осталось провязать еще 5 штук лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. У нас провязана лицевая иголка. Мы поворачиваем работу. Мне кажется, я вообще думала, что на контрастном фоне на стуле будет видно белую нитку лучше, но мне кажется, что на белом фоне, да, ее немножечко получше видно. Я надеюсь, что вам видно хорошо, потому что у меня объектив показывает, экран показывает, мне видно очень хорошо. Я надеюсь, что у вас тоже видимость хорошая. Напоминаю, первую петлю мы сняли, нить завели за работу и покатили вязать все лицевыми петлями, и делаем мы это до самого последнего элемента, который мы провязываем как 2 вместе лицевых, то есть мы убавили одну из 3 петелек перед косорядками. Смотрите, как зубец, он уже очевидно начинает вырисовываться. Я его даже не держу никак, я его просто, чтобы он не висел вот в ту сторону, я его просто поворачиваю. Видите, он шел вверх, и вот наш мышиный след. Вот. Так, и мы продолжаем в такой же манере вязать на сведение зубчика. 1, 2, 3 лицевых, накид 2 вместе. Накид 2 вместе, 1, 2, 3, 4. Мы только что с вами провязали ряд номер 15, не ряд, а иголку, да, номер 15. Теперь у нас пошел изнаночный ряд, изнаночная иголка 16, нить перебросили и вяжем все лицевыми до последней петельки, в которой... Давайте я сейчас преднамеренно сделаю ошибку и не провяжу последнюю петлю как 2 вместе. Я ее провяжу лицевой, как будто бы случайно. Смотрите, что у нас сразу произошло. Видите, у нас идет линия, очевидно, линия из накидов. И накид следующий мы должны сделать вот в этом вот месте. Посмотрите, у нас оказалось 4 петли. Это так не должно быть. У нас тут должно быть всего 3 петельки. У нас сейчас в
включая накид, вот этот, который в изнаночной иголке был провязан лицевой петлей, у нас находится 4 петельки. Когда вы такое видите, вы сразу понимаете, ага, я случайно пропустила провязанные 2 вместе, я провязала их как 2 лицевых, а надо было 2 петли как 1 лицевую, как 2 вместе лицевой. Поэтому что мы делаем? Мы просто разворачиваем работу без паники, распускаем эти 2 петельки и провязываем их лицевой, возвращаемся, и уже мы можем следовать схеме. Видите, у нас идет цепочка из дырочек, и вот тут вот будет следующий наш накид, как раз 1, 2, 3 петли и накид. То есть все продолжается, как и должно быть. И сейчас мы с вами на каком ряду уже, я уже не помню, на 17, кажется, да? На 17 иголочке. Интересно тоже, да, терминология разная. Чаще всего ряды называются рядами. Это в Оренбурге только ряды называют иголками, и 2 иголки в комплексе называют рядом. Поэтому иногда, когда разговариваешь, ты не понимаешь, в какой конкретной области, в какой конкретной терминологии сейчас ты плаваешь. Так, мы сейчас провязали с вами иголочку номер 17. И сейчас, как вы видите, 17-я иголка имеет закрашенный один квадратик. То есть это сведен зубец полностью. В самое узкое место он будет сейчас приведен, когда мы провяжем ряд 18. И это будет наша последняя убавка на первом зубчике. Всегда помним, да, мы с вами, что мы снимаем первую петлю, как изнаночную, забрасываем нить за работу, вяжем лицевыми до конца, провязываем 2 вместе. И мы сейчас свели полностью зубчик, и сейчас у нас на спице находится 1, 2, 3, я посчитала тройками. У нас сейчас находится 9 петель. То есть сейчас мы связали первый ряд плюс раппорт или раппорт от 3 до какого? До 18 ряда в обычной терминологии или до 18 иголки в оренбургской терминологии. То есть сейчас у нас, говоря оренбургским языком, связано 9 рядов. Обычным языком у нас связано 18 рядов. Вот так вот, в такой же манере мы будем с вами сейчас вязать оставшиеся 4 зубчика. Единственное, что мы с вами сделаем, самый последний зубец мы оставим на нечетном ряду. То есть если вы пойдете по схеме, если вы будете повторять ряды от 3 по 17, то вы их повторите еще 4 раза, 18 ряд не провязываете. Если вы будете сейчас вязать от 3 до 33, до 34, да, извиняюсь, то вы сейчас провяжете это 2 раза и 34 ряд вязать не будете. Опять, как я скажу, эти 2 зубца совершенно одинаковые, я их просто нарисовала 2, чтобы было видно, что это именно зубчики. Вот. И давайте с вами вязать. Я провяжу сейчас вне камеры, чтобы не пихать объектив. И мы с вами встретимся, когда у нас будет готова вот эта вот ленточка из зубцов. И поговорим дальше, что мы делаем. Знаете, я с вами уже попрощалась. И потом подумала, что, наверное, для тех, для кого это техника и для кого этот метод является совершенно новым, возможно, будет не совсем понятно, что, почему и как, что делается дальше. Я, пожалуй, провяжу вместе с вами еще один зубчик, это будет зубчик номер 2. После него вы провяжете 3 зубца, заканчивая свою работу лицевой иголкой, вы не будете провязывать изнаночную иголку. И оставите нить, подсоединенную к вязанию, вы не будете ее отрывать. Еще раз хочу сказать, сейчас мы с вами будем делать вязание от ряда 3 до ряда номер 18. Это 17-й последний ряд, 17-я последняя иголочка, да, на схеме. Либо мы можем вязать от 3 до 33-34 и повторим это 2 раза. Вот эти вот, начиная от 3-й,
от третьего ряда до 17 ряда и от 19 ряда до 33, эти ряды совершенно идентичны. У нас отличие только в рядочке, в иголочке номер 1 и в номере 17, потому что у нас нету убавки в первом ряду, но это как бы все равно ряд для симметрии, как я в самом начале говорила. Этот ряд не является частью рапорта или рапорта, вот, поэтому мы начинаем с вами работу от третьего ряда, либо мы с вами продолжаем работу от ряда или от иголки номер 19. И сейчас что я хочу сказать. Вот сейчас у нас на спице находятся 2 петли, потом у нас идет накид, провязанный петелькой, еще одна петелька, еще один накид и еще 4 петли. Если у вас сейчас находится после провязанного ряда или иглы номер 18 вот такое вот на спицах, значит, у вас все идет правильно. И сейчас нижние краи, если я буду растягивать, это будет заметно. Дальше, когда мы продолжим вязать еще один зубец, это будет более наглядно. Но у нас сейчас, как вы видите, идут 2 ряда косорядок в эту сторону, 2 ряда косорядок в эту сторону. Сейчас мы будем зубец разводить далее, делать его шире, да? Поэтому что нам нужно будет делать? У нас опять будет сначала всего 2 петли лицевых, и накид у нас будет перед вот этим вот накидом. То есть у нас пойдет развод зубца. Поэтому мы с вами будем вязать. Помним, да, первая петля снимается как изнаночная, провязывается одна лицевая, делается накид или накид, не делается убавление для, рядом с ним. Второе убавление, вот которое, следующее убавление, оно принадлежит к накиду или к накиду вот к этому. То есть это добавили петлю и сразу же ее убавили, чтобы полотно не косило. И мы дальше вяжем до конца иголочки. И в изнаночной иголке, в изнаночном ряду мы снимаем петельку, нить перед работой, все петли лицевыми. Если вы посмотрите на схему, вы обратите внимание, что сейчас нету никаких закрашенных квадратиков, поэтому вы вяжете все петли лицевыми. Если вы случайно по инерции провязали 2 вместе, когда вы перевернете вязание, да, давайте я сделаю, пожалуй, такую как бы ошибку. Так, смотрите, я случайно провязала 2 вместе. И когда я перехожу вязать сюда, я вижу, что вот мой накид. Вот он. Да, я его только что в предыдущем ряду, в предыдущей иголке провязала лицевой. И перед ним всего 1 петля. Ой, мне одной петли не хватает. Это значит, что я случайно увлеклась провязыванием в изнаночных иголках последние 2 петли вместе, там, где этого не надо было делать. Поэтому я просто возвращаюсь и провязываю их отдельно. Вот эту вот петлю скрестила, что ли, не пойму. Вот, поворачиваем работу. Я сейчас буду провязывать рядок, который 21, или это будет ряд номер 5. Опять нить перед работой, сбросили. Еще одну петельку провязали, видите, накид. И мы, так как косорядка у нас идет вправо, мы делаем накид перед накидом. Вяжем 2 вместе, сразу прибавляем и вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Знаете, я не буду больше считать, чтобы вас не сбивать. Давайте просто вяжем вместе. Если вы вяжете быстрее, вяжите. Если вы вяжете с такой же скоростью, как и я, просто наблюдаем. А оставшиеся у нас, когда я довяжу вот этот зубец, у нас будет 2 зубчика. Тут просто 2 лицевых, да? У нас будет 2 зубчика, вам надо будет довязать еще 3 зубца, и тогда уже я точно с вами встречусь с готовой каймой. Все 5 зубцов я с вами вязать не буду. Первую сняла, нить за работу. Лицевая, накид. Видите?
То есть, очевидно, вы не сделаете ошибку. Он прям хочет идти вправо, когда он идет вправо. И тут у нас дальше идет, начинается ажурчик машинного следа. Мы делаем 3 петельки, а у нас остается 4 петли, из которых нам надо сделать 3. Мы провязали 2 вместе, 2, 3. Пошла изнаночная иголка. Первую сняли как изнаночную нить за работу, все лицевыми. Никаких 2 вместе, ряд элементарный. Покатили. Мы дошли сейчас до развода зубца. Я нахожусь либо в ряде в иголке 25, либо в ряде в иголке номер 9. Раз, два. Я не прокомментировала, я так думаю, что вы уже понимаете, что я делаю, да? Я вот только что довязала машинный след, после него осталось 2 петли. Я повернула вязание, и в этих рядах номер 9 и номер 25, они идентичны, в них в изнаночных иголках не происходит никакого убавления. Первую петлю помним, уже для нас это как просто закон джунглей. Первая петля снимается как изнаночная, чтобы не случилось. И вот теперь у нас зубец, второй зубец находится, зубец в разводе. Он находится в самой широкой своей точке. Вот у нас наш машинный след. Видите? Недоформированной дырочки одной не хватает. Вот тут вот. И сейчас мы начинаем провязывать уже, делая, сводя зубчик, мы начинаем вот эти вот косарядки, две, которые идут сюда, мы их начинаем вязать сюда. Для этого накиды мы делаем после вот этих вот накидов. Видите, вот накид и вот накид. То есть, чтобы косарядка пошла в ту сторону, нам надо накиды делать тут. И у нас вот они образовались, первые 3 петли в начале ряда перед накидом или перед накидом. Первая петля. Мы сняли нить за работу. Уже оно как дыхание должно идти. Уже мы точно помним. Тут около каждого накида мы делаем убавление. И один... Просто провязываем, убавляем петельку. Мы только что завершили с вами машинный след. После этого провязали 3 петли. Вот в этом вот месте. Да, надеюсь, видно. И вот в этом вот месте 3 лицевых. Повернули, вяжем изнаночную иголку и обращаем внимание. Нам надо убрать лишнюю петельку. Первая петля пошла. Снятая нить ушла за работу. Последней петлей мы сейчас сделаем убавление. Закрашенная петелька ушла в 2 вместе. Мы начали сводить зубчик. Теперь опять первую петлю сняли, посчитали 1, 2, 3. Накид, 2 вместе, накид. 2 вместе. И дальше у нас уже ажуров никаких нету, уже пошло простое вязание. Почему мне не хватает петли? А, нет, мне все хватает, извиняюсь. 3, 4, 5, 6. Знаете, почему я сейчас испугалась и сказала, что мне не хватает петли? Потому что когда вы сравните ряд номер 5 и ряд номер 13, или ряд номер 21 и ряд номер 29, они прилегают к машинному следу. Но в ряде 5 у вас находится 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых петель, а в ряде 13 у вас 1, 2, 3, 4, 5 лицевых и 2 вместе. Вот. То же самое в этом зубце находится. Такую же мы видим зависимость. Это все правильно, потому что вот эти вот 2 вместе, они теоретически равны одной петле, которая находится вот в этом вот ряду. То есть на схеме кажется, что тут количество петель разное, но на вязании эти 2 петли будут выглядеть точно так же, как одна петелька тут.
То есть убавку 2 петли или убавку 3 петли мы считаем как одна петелька, потому что этот элемент все равно занимает одну клеточку на схеме. Вот. И легче всего это заметить и испугаться прям около мышиного следа, потому что перед мышиным следом вы знаете, что у вас было 6 лицевых. Я уже запомнила, что значит после мышиного следа тоже должно быть 6 лицевых. Но тут бабац, 1-2 вместе. Она съела одну лицевую, значит лицевых 5 осталось. 1, 2. Обещала не считать. Вообще я не знаю, зачем я вслух считать стала сейчас. Потому что я обычно, когда вяжу, я не считаю. Схема ведет тебя сама. Посмотрите, 2 петли, они обозначены темным квадратиком на схеме. 29 и 13, они обозначены темным квадратиком, поэтому в изнаночном ряду мы эту петельку убавили. Первую сняли. 2, 3, накид. Ага, иногда, когда люди вяжут, никто не застрахован от ошибки. Обратите внимание, я в этом случае косорядку сделала, а тут я забыла сделать накид. Я не паникую, я беру просто, возвращаюсь к этому кусочку. Вот у меня 2 вместе провязаны, я делаю накид, провязываю еще раз 2 вместе, и у меня остается 4 лицевых. То есть мы все люди, мы все делаем ошибки. Если у вас где-то не сходится количество петель, не спешите убавлять или прибавлять петли в текущем ряду. Посмотрите, может быть, это пропущенный или лишний накид. Первая петля снята, да? Может быть, это пропущенный или лишний накид. Может быть, это пропущенная или лишние 2 вместе. Иногда есть возможность исправить подобные ошибки, не распуская. Серенькую петельку, вот эту вот, мы сейчас убавим, провяжем 2 вместе. Зубец практически сведен. Сейчас мне нужно провязать изнаночную иголку и убавить вот эти вот 2 петельки. Когда вы закончите свои 5 петель, вы в самом последнем ряду остановитесь вот на таком вот моменте, когда у вас будет зубчатая сторона находиться справа. Если, кстати, я говорю все время о правше, да, то есть справа, а если... А ниточка будет находиться со стороны ровного края. Я думаю, что если вы левша и вы смотрите это видео, вы как-то уже приспособились смотреть видео, когда праворукие люди снимают. Вот, вы уже как-то знаете, да? То есть вот пятый зубец у вас будет вот в таком вот состоянии, нить. Ниточку не отрываем, ниточку оставляем. Я продолжаю вязать, вы тоже продолжаете. И сейчас у нас с вами будет 5 зубчиков. Итак, наша... зубчатая лента набрана. Свой черновичок я убираю. И что мы имеем вот тут вот? Я ее не блокировала, не прикалывала никак. Это тот вид каймы, который будет у вас после того, когда вы провяжете 5 зубчиков. Я все время ее называю каймой. На самом деле, да, она это как бы крайний край нашей миниатюры, и так будет выглядеть край большой шали, когда вы будете вязать, и очень хочется назвать его каймой, можно назвать зубчатая кайма. На самом деле кайма в оренбургской паутинке — это будет широкая лента с ажуром, которая будет разделять зубчики от основного узора, да, но это как бы зубчатая кайма, это не основная кайма, которая разделяет зубцы от тела, да, но говорим-говорим, но смысл остается одним и тем же. У нас 5 зубцов. Когда мы провязали последний зубец, у нас рабочая ниточка оказалась с плоской стороны, потому что я вас попросила не провязывать изнаночную иголку.
И сейчас у нас на нашей рабочей спице, на нашей спице лицевой находится 10 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Почему 10? Потому что когда мы свели зубец, убавили количество петелек в зубце, мы не провязали последний изнаночный рядок, последнюю изнаночную иголку и не убавили 2 петельки. Но мы оставим петли в таком состоянии, и это такой хитрый нюанс, который очень часто современные дизайнеры, в том числе и я, пытаются избежать в своих схемах, но именно вот таким вот образом вязали наши прабабушки. Что мы теперь делаем? Мы теперь берем, обычно можно поставить стопер, кусочек стирательной резинки, винной пробки или вязальный стопер специальный на этот кончик. Я тут кручу головой, пытаюсь найти, у меня нигде рядом не лежат такие, поэтому я просто сдвину петли на конец спицы. И что нам надо сейчас сделать? Нам нужно вязание развернуть таким образом, чтобы зубчики смотрели вниз. Вот этот вот край нужно зафиксировать так, чтобы вязание не соскользнуло и не слетело. Ниточка остается подсоединенной, ее никто не отрывает. Мы возвращаемся к тому, с чего все начиналось. Мы возвращаемся с наборного края. Мы берем спицу, ну и иголку, да. Интересно, кстати, в Оренбурге их иголками называют, и по-английски это называется knitting needles, вязальная игла. Вот, что мы делаем сейчас? Вот эта вот игла становится рабочей для нас, и когда мы набирали петельки, если вы использовали традиционный оренбургский метод, обычный набор петель, у вас вот такой вот глухой край. Если вы использовали открытый набор петель, то у вас будут открытые 8 петелек. Нам сейчас нужно вот с этого вот края подобрать 8 петель по направлению от зубца в плоскую сторону. Вот плоская сторона, как ровная сторона. От зубчика сюда мы должны набрать вот таким вот образом 8 петель. И сейчас я буду пытаться нос совать через телефон, через камеру, разбираться, откуда мне надо набирать. И я сейчас наберу 8 петелек. 1, 3, 4, 5. Делаю набор по направлению к себе. 5. Кажется, что от себя, на самом деле я просто ее вытянула. 6, 7. У меня восьмая петелька немножко затянута, но ничего страшного, мне удалось подобрать все 8. И сейчас я не показываю вам схему, потому что она у меня не распечатана. Если я вам буду показывать на экране компьютера, то вибрация монитора короче, некрасиво будет. Вот. Поэтому поверьте мне, пожалуйста, на слово. Нам сейчас нужно будет с ровненькой плоской стороны вот отсюда вот набрать 41 петлю, которая в дальнейшем будет являться 41 петля тела. Эти петельки будут являться петлями тела. Их 41. И в кайме у нас будет по 9 петель, но мы с вами разберемся с каймой немножечко сейчас попозже, буквально через минуту. Небольшое отхождение именно вот от этого дизайна, вообще к оренбургскому набору петель. Дело в том, что наши зубцы, они имеют 8 оренбургских рядов, да, 8 ажуров, и это означает, что мы имеем, смотрите, какой красивый край. Видите, прям цепочка. Это означает, что мы на каждом зубце имеем 8 вот таких вот красивых звеньев, и с них нам очень легко подобрать петли. Но узоры, которые мы используем, и количество петель тела, которое мы используем, оно не всегда кратно 8. Поэтому в Оренбурге просто случайным образом от 1 до 4 петель очень часто, да, добавляют просто обычными накидами. Поэтому мы сейчас с вами
будем набирать петли, и нам придется сделать один накид, пока мы, или накид, как вам более привычно называть, надо будет сделать один накид, чтобы у нас получилось между вот этими вот точками, я показываю большими пальцами рук, чтобы у нас получилось 41 петля. И, возможно, будет хорошо иметь маркер. И как удачно я сижу, что у меня тут есть рядом... Я не так, чтобы прям подготовилась. Мне Равента присылала маркеры. Кстати, я в данном случае вяжу спицами, как я уже сказала, с разными камушками. Если у меня спицы прямые, деревянные, то я просто беру и разного цвета лаком крашу, или, допустим, одну крашу, а одну нет, спицу, чтобы отличить лицевую спицу от изнаночной. Либо можно использовать два маркера разных по цвету, и вы будете знать, например, что желтенький маркер находится справа или в начале лицевого, а в конце лицевого будет вот такой. А когда вы перевернете работу в другую сторону, запутала я. Ну, короче, понятно, что вы будете знать, где начинается, допустим, изнаночный ряд с белого, а заканчивается желтым, а лицевой начинается с желтого, заканчивается белым. Да? Я сейчас повешу маркер сюда для того, чтобы отделить нашу кайму от петель тела. И сейчас движением к себе я буду подцеплять каждое звено, и я беру дальнюю стеночку этого звена. И подбираю я, сейчас я подберу 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хочу кое-что проверить, прежде чем я пошла дальше. Угу. Почему я набрала 8 петель и почему, что конкретно я хотела проверить? Видите, в данном случае вот этот вот накид или накид, который идет на сгибе косорядок при сведенном зубчике. Наша восьмая петля находится прямо напротив этого накида. Это значит, что если мы наберем еще 8 петель, мы снова подойдем к точно такой же точке. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Посмотрите, сгиб зубца и наша 16-я петля. Еще раз повторяем то же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 24, 24. Видите, я когда провожу линию, я попадаю на сгиб. Еще делаем 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 32. Таблицу умножения заодно вспомнили на 8. Проверили. Да, петелька идет как раз на вот этом вот нижнем экстремуме. 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сейчас за заднюю стеночку зацеплю. 8. У нас 40 петель набрано. Нам нужна 41 петля. Но помимо того, что вот мы набрали вот так вот петли, у нас, если бы я вязала на леске, если бы у меня были спицы на леске, у меня бы леска сейчас могла согнуться, и вы бы видели сгиб этот. В данном случае вот что мы имеем. Наша спица с 10 петлями находится тут. И мы только что подняли петли, но мы их не провязали. Что мы делаем? Мы работу поворачиваем так, чтобы наша кайма, уже которую мы видите, мы ее вот тут вот закончили, находилась с 10 петельками вот с этой стороны. Мы вешаем второй маркер
для вашего удобства другого контрастного цвета. Кстати, маркером может послужить маркер, может послужить колечко. Я, например, одно время использовала, знаете, были такие прозрачные колечки на лифчиках. Вот. А срезать можно трубочку коктейльную, если она достаточно широкая. Иногда я использовала, у меня у дочки осталась сережка серебряная, колечко сережки маленькое. Все что угодно. Можно завязать ниточку контрастного цвета и также использовать. Что мы теперь тут делаем? Теперь нам нужно провязать петли до маркера 40 штук. Добавить одну петельку, сделаем мы это посредством добавления накида. И когда мы вяжем это, обычно это провязывается за заднюю стенку, и тогда петли не дадут, вот эти вот петли, которые набраны на вот этой спице, они не дадут большие дырки. Мы, то есть, прикроем дырочки немножко. Один, два, три. 4. Я накид сделаю прям вообще где-нибудь вот тут вот с краю. Так, сколько я посчитала? 4, 5, 7, 12. 13. Кстати, вот я вот так вот сейчас подумала, в принципе, наши бабушки так не делали, но я сейчас так попробую, посмотрю, как будет выглядеть, если я провяжу за лицевую, за переднюю и за заднюю стенку. Дырка некрасивая. Ладно, оставим, сделаем накид. Я, наверное, уже не первый раз пытаюсь провязать за переднюю и за заднюю стенку прибавлением, но некрасиво. Давайте сделаем тут накид. Дырка большая. Ой, как некрасиво. Вот тут вот, может быть, накид сделать. Фу, как я дырки не люблю. Так, у нас вот тут вот на вот этой вот спице осталось 8 петель. Да? Это те 8 петель, которые мы набирали. Но сейчас вам придется, опять же, мне поверить на слово, как с 41 петлей. Нам нужно сейчас 9 петель для зубца вот этого вот, для вывязывания первого зубца. Но так как мы набирали 8 петель, мы делаем один накид, провязываем лицевую петлю, сделаю накид тут, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все. У нас сейчас все петли находятся на одной спице. И раньше, как вы помните, эта спица у меня была лицевой. И сейчас она, та-дам, и она стала изнаночной. Вот. И сейчас самое время переходить вам к следующему уроку видео, к следующему уроку по этой миниатюре. Единственное, что я вам хочу сказать, что мы сейчас будем делать, это чтобы, да, иметь как бы
превью небольшое, небольшой анонс. Сейчас мы начнем вязать с вами петли каймы, и мы начнем разводить зубчик. Вот. Эта точка у нас будет промежуток между зубцами. То есть у нас углы нашей миниатюры на квадратике. Например, если я возьму и покажу, да, вот блокнот. У нас зубцы будут находиться вот так, так зубец, и пойдет второй зубец отсюда, вот таким вот образом. То есть зубцы получаются на уголках, они соединяются в самой узкой точке вот тут. То есть на углу паутинки у нас никогда не бывает зубца вот такого, потому что у нас идет один зубчик так, другой зубчик так. Поэтому вот тут вот в данном месте у нас будет находиться самое узкое место вот этой ленточки. Фактически это будет вот так. То есть у нас зубец будет не напротив, а у нас зубцы будут, когда согнется наше вязание, у нас зубчик будет тут и зубчик будет тут. Промежуток между зубцами будет у нас находиться на углу нашей миниатюры. Поэтому мы сейчас, когда начнем вязать, мы начнем разводить вот этот вот зубец и довяжем до вот этой вот точки уже по схеме и будем думать, что делать дальше вот с этими вот петельками. И давайте встретимся в следующем видео. И спасибо большое, что вы со мной. Люблю вас.